В ближайшие выходные в районе Колестовка состоится сразу несколько соревнований. В субботу пройдет первенство по армрестлингу «Кубок памяти» тренера Владимира Кривицкого. Место встречи – проспект Ленина, 19. Регистрация и взвешивание в 11 часов, а начало соревнований у нас будет проходить в 12 часов. Если будет погода хорошая, будет на площадке. Если будет погода плохая, будет именно в зале. Приглашаем всех желающих принять участие. А уже в воскресенье на Колестовке будут соревнования по триатлону. Главное место сбора – на пруду. В 9 утра тут начнется регистрация, в полдень открытие, первый старт в 12:20. Проводятся мероприятия в три этапа. Это плавание, велогонка и кросс. Значит, участвуют участники у нас две группы. Возрастная группа от 13 до 17 лет и от 18 лет и старше. Это взрослые у нас. Девушки и юноши, и мужчины и женщины. Евгений Паршаков добавил, что эти соревнования состоятся в любую погоду, а в день проведения соревнований на Колестовке с 9 до 16 часов будет ограничение автомобильного движения. Поэтому планируйте свои поездки и маршруты заранее. Антон Старостин, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».